Ай-яй-яй! Какой красивый в магазин залез! Как тебе не стыдно? Теперь тебе будут ругать, наказывать. Лет 5 точно будут наказывать. Я в этом магазине первый день охранником работаю. Так что сейчас буду узнавать, что с тобой по инструкции делать нужно. Тофик, Тофик, это я, Рафик. Рафик, Рафик, это Тофик. Какой хрен тебе нужно? Тофик, Тофик, я тут бабу поймал. Рафик, Рафик, я бабу вчера просил, а сегодня я и сам уже 2 штуки поймал. Красивый, а у тебя там красивый? Да, Тофик, очень красивый, так что мне с ней делать? Рафик, я тебе уже 100 раз объяснял, что с ними надо делать. А ты все как маленький. Тофик, это не просто красивый баба. Он в магазин залез, понимаешь? Рафик, ты сегодня что-то пил? Нет, не пил. Тогда объясни, зачем красивый баба в магазин лезть? А кто обычно в это время в ресторане пасется? Тофик, не знаю. Может быть, ресторан закрыт? Нет, открыт. Я своих красивых баб 2 штуки оттуда привез. А что же мне тогда с этой-то делать? Подскажи, брат. Рафи, я думаю, при попытке к бегству. Тофик, я не понял. Скажи еще раз. Рафи, я говорю, эту при попытке к бегству. Тофик, по-братски, скажи мне, что с ней сделать при попытке к бегству. А? Я говорю, не убивать же ее при попытке к бегству. А, ну, конечно, такой красивой бабы жалко убивать. А зачем он такой красивый в магазин залез, а? Не знаю, брат. Может, стащить, что хотел, а? Что? Ты же охраняешь мебельный магазин. У тебя там, кроме шкафов, ничего нет? Не знаю, брат. Но если хоть один шкаф пропадет, меня отсюда точно выгонят. Понимаешь? А что этот баба говорит? А ничего не говорит. В основном мычит. Слушай, давай я все-таки подъеду. И мы ее с тобой на двоих. Тофик, не понял, что на двоих? Повтори. Я говорю, давай мы ее в полицию сдадим. И нам тогда премию выпишут на двоих. Нет, Тофик, не получится. У меня регистрации нет, а в полицию красивый баба без регистрации сдавать нельзя. Закон такой. Понимаешь? Ну тогда давай ее 3-4
Тофик, мы не поняли, что у твоих друзей на даче? А? Я говорю, давай ее подержим дня 3-4 у моих друзей на даче. А как регистрацию сделаешь, в полицию ее сдадим, премию получим и гульнем по полной программе. Нет, Тофик, не получится. 3-4 дня красивой бабе какой-то корм нужен. Никакой премии не хватит. Ну, тогда тащи ее к себе в подсобку и... ее там до утра. Не понял, Тофик, что до утра? Я говорю, в подсобку ее тащи и держи там до утра. Утром пусть директор магазина разбирается. Да, и если хочешь, то можешь ее немножко... Тофик, не понял, что немножко? Что хочешь, то и немножко. Можешь покормить ее там немножко. Красивая баба обязательно кормить нужно. Все понял. Хорошо, Тофик. Спасибо, брат, за полезный совет. Ты очень красивый, баба. Сразу мне понравился. Поэтому я тебе сейчас в подсобке немножко покормлю. Только ты не ори. Так, быстро развязал меня. И нет, вот директор магазина придет вот тогда. Развязывай, говорю, я и есть директор. Как? Лично зашла новую охрану проверить. Прости, пожалуйста, извини. Развязывай, придурок. Ну я... Ты самый красивый баба, ой, директор магазина в мире. Пощади, пожалуйста, не погуби. Не погуби. Прости. Прости? А впрочем, ты здесь столько комплиментов наговорил. Будешь теперь моим личным охранником. А Тофика помощником твоим возьму.